мама. Вот, мы сейчас в бабу пойдем. Да. Мака! Паша, подожди. Мака! Подожди, я сейчас отдохну. Мака! Ну-ка. Ну-ка. Не бойся, подожди. Она нагнала. Нарви крапиву побольше. Пошла на место! Не бойтесь ее! Да, сейчас давайте я зайду. Возьми меня за руку, чтобы я не подошел. Маша, дай мне руку. Господь благословил и да. Ее братьев, двое братьев у меня уже здесь крест. Да, миленькая моя, правильно, моя крошечка. Вот. Я вас фотографирую? Фотографирую с моей доченькой, моей красавицей. Вот эти моя маленькая. Сейчас мы на фон там вышли. Вот она как. Все. Ну ладно, слепая. Пускай она станет. Вот она, чтобы нам не мешала вот так вот. Ага. Отсюда, подожди маленько, на нас посмотри. Бабу-то не видно вам? А сюда маленько. Вот так. Сейчас, Игнать, тихо. Ой. Ко мне поближе. Нет, ничего, ничего, ничего. Вот так вот. Баба говорит, поближе, пускай. Ага, вот, вот так, так вот. Нет, подожди, чтобы бабу-то видно было. Ты, баба, сюда наклонись. Вот так, а вот, вот. А вот, вот так вот. Так. Так. Вот. Видишь, как хороший снимок будет. Бабе 80 лет, а внучке сколько? 5? 5. 5. Вон миленькая. 75. Да. Видите, кого вам привели порадовать? Не говорите. Она Богу молится, и у нее бабушка, вот здесь она живет, здесь же. Очень верующая бабушка. А чья бабушка? Бабушка, фамилия-то какая? Фамилия это Галина. Баба Галина. А, Горина. Горина фамилия. А Горева не знаю. Горина. Вы не знаете, они это, ну, может быть, не знаете. Это моя бабушка. Ну, миленькая моя. Его бабушка-то, баба, да. Не забывай. Я хочу знать, чья девочка это, какая баба у нее хорошая. Жученко знаете, Жученко? Нет. Жученко не знает. Она Богу молится, Машенька. Правильно. Сразу научили. Да, а ее два брата у меня в лагере, я начальник детского лагеря. А-а-а. И они у меня там, на Алтайском крае. В Алтайском? Да, мы оттуда приехали-то. Мы не местные, вот эти трое, а она местная. Тихонько. Это, в Алтайском. А где жили вы в Алтайском крае? Ну, я в Барнауле живу, а так Мамонтовский район. А-а-а. Баба, ты знаешь, что это за растение вот это? Ну, знаю. Ну, забыла, пустырник. Пустырник, держи. Да. И вот если ты насушишь, вот четыре вот эти, это от сердца, от боли. Да, да, это да. Сердечная, очень хорошая. Ну. Она медоносная такая. Где это вы сорвали? Мы... А у вас возле двора, чтобы от собаки отойти. Ну, ну. Ну, я всякие травы это рвала. И знаешь, это вот как ее... Вот так. Полынь это она тоже от ног. Да, хорошо. Потому что она под нее жгет. Я пришел вам еще рассказать о Христе. Господь Христос, Он истинный Бог, второе лицо Троицы. И Он, Дух Святой, когда сошел на Деву Марию, и она родила Его, Он Бога-человек. Не просто человек верующий, а Бога-человек. И Он родился, чтобы взять грехи мира на себя. Меня это мама моя родила. Меня мама родила. Мама ее. А не о тебе? Конечно, мама. А не чужая, а папа где? А вот здесь рядом сидит там. Да. Ушел? Он, нет, он здесь рядом. Он, вот здесь сидит. Ну, там на скамейке. И он, мы спросили, папа, отпустишь Машеньку к бабушке сходить? Бабушка будет рада. Ну. Баба Полина. А ножичку-то что, ранила? Ну. Да миленькая. Я как это, волото папе не заклевал, не надо было заклевать. А да. Я это, вот, ну как вот на левой закрываю болото, я как это, прижала. Я вот так шла, вот так лечом, вот как это, лечом, как вот так, как, ну как папа стоит.
Ну и вот это, перед да, вот так. Да миленькая. И же это, вот так вот поранилась. Думаю, что там такое, что там такое. А посмотрела один раз, поранилась. Еще раз поранилась, вот все. А где мама твоя? Дома. Она с маленьким на руках. Как звать маленького? Анюта. Девочка. Как? Анюта. А как же этот, который ехали, говорит, мальчик все, не знал, что ли? Я говорю, девочка, Нюра. Нет, говорит, мальчик, который шофер-то вез. Он не о ребенке имел в виду. А? Он не о ребенке имел в виду. Я откуда знаю? А? Он сказал, Сережа. Может, об этом он говорил? Об шофере? Ну, не знаю. Я-то говорил о девочке, которую мать на руках держала. Ну, а он-то не понял, он же задом сидел. Ну, я так и понял. Ну, у нас это называло Нюра. Ага. Вас звали так, Нюра? Ну, Анна, Нюта, да, Нюра. Тетя Нюра, тетя Нюся. Да, всякая это. Анна, Нюра. Ну вот, баба вот Полина. Вот это вот у нас и здесь-то Анна. Не поняла. Это вот у нас и здесь-то Анна. Да. Девочка. Девочка. Она же вот так сильно кричала. Ты, Сань, сюда. Плакала. Удобно брать ее, чтобы... Плакала, да. Ну. Чтобы глаза были видны и все пониже. Вот так. И, баба, молись Богу, благодари Бога, что жизнь твоя продлилась. Я обязательно надень крестик. Крестик надень. А у меня есть крест. Надень. Сходи в церковь на исповедь. У меня крест на исповедь. Есть? Слушай меня. Слушай, я уже понял. Крестик есть надень. Сходи на исповедь, во всем раскайся, священник примет твою исповедь. Ему дана власть разрешить от грехов. Обязательно. Никогда не говори, церкви много, непорядков. Откуда тебе знать-то это? Не дойду все равно, не ну, схожу. Ну, попроси на дом, священник придет. Ну, на дом может прийти. Может прийти. Вот. Вызов сделай. Он как врач, он поможет вам. Да. Расскажет о Господе. У нас еще... Нет, это Чепелин нам это была. Наша-то еще работает церковь? Конечно. Здесьская. Че? Вот видишь. Че моя маленькая? Да. Ужалил он этим крапивой. Нет. Чешется. Ну чешется, ужалила крапивой, наверное, нет? Нет. Так, баба, не откладывай это, потому что смерть не за горами. Ты с кем-то поговори из родственников, из близких, чтобы призвали священника. Как и не слушают, тебе не попадают в лай. Ты попадают в огонь вечный. В огонь вечный попадают грешники. А за кого Христос умер, кто принял его своим спасителем, тот человек вот, имеет жизнь вечную, вот дар Божий. Вот этот Бог вот примет вот в этот... Примет в рай. Да, да. Человек вечный, он... Примет в рай и это мертвым. Мертвым примет в рай. Да моя-то маленькая кроша. Она больше тебя знает-то. Да. Конечно, знает. Она, наверное, учится. Учится? Так ты-то учись. Что ты бросила учиться-то? Так много лет. Давай, баба, это очень серьезно. Это навеки. Прими Христа как своего Спасителя. Он из-за тебя умер. Он тебя ждет, Господь. У меня Евангелие вот такое есть. Так Евангелие, ты это Евангелие в сердце положи, в сердце да. носи. И у меня есть вот такие... 4 журнала. Да мы говорили это уже про журналы, я спрашивал. Да. Теперь прими Господа, чтобы быть со Христом. И скажи, Господи, прости меня, я верю, что Ты умер за мои грехи. Что Ты мой Искупитель. Ибо написано в Евангелии, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Да, уже теперь скоро. Единородного, слушай, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Другого имени под небом нет. А одно имя дано, которое можно спастись, Иисус Христос. Ты прямо не завтра, а сегодня, сейчас сама открой свои уста и скажи, Господи, я хочу быть с Тобою. Я верю, что Ты умер за меня. Поверь в это, чтобы Бог дал тебе веры. А какая это жизнь без Бога? Да, я и так, у меня и припасенное все смертное, и там у меня бусы. Да прям... я не про это говорю, это не нужно ничего. И крестик. Ты при жизни должна принять Христа своим спасителем. А похоронить-то
Вы же говорите, мужья Коли, три сдохли, и все, они не умерли, а сдохли. И про нас так же скажут, если мы без Бога. А когда с Богом, написано, ангелы отнесли на лоно Авраамова. А умер богаче, похоронили ангелов его, и в аду был в муках. Ангелов это много, а Бог один. Да. Вот так. Да, миленькая моя. Я вот больше на черри этой бабушки. Да, лучше бабушки. Видишь, когда Бог открывает веру, да, то ребенок в 5 лет, его устами Господь говорит. Так, наверное, в такой земле живет. Правильно. Но ты-то сама определись, ты, тебя никто сейчас не трогает. Ты одна, ты ночью молись, да, да, за правителя. А где твой папа? Папа вот тут вот так. Там, ремонтирует машину. А мама не приехала? Нет. У нее маленькие на руках, вам сказали, грудной ребенок. Ну, ясно, ребенок. Ясно. Мы сегодня ездили. Может, она в машине. Нет. Вот мы приехали, чтобы рассказать вам о Христе. Ой, чтобы вы его приняли своим спасителем. Спасибо, что он спасибо. Умер за ваш грех. Да. И поверить в это надо. И сказать, Господи, войди в мою жизнь. И начни свою работу во мне, чтобы Дух Святой довел нас до Царства Небесного. Без Духа Святого у человека веры нет. Ну ладно, мы побыли, пошли, баба. Спасибо вам большое. Так. До ну, пошли. Пошли. До свидания, пошли. Спасибо. Все, там мы помашем. Побыли. С Богом. Бабы. Давайте. 20-40.